Так, наш сайт готов. Наполняйте его контентом. Добавляйте музыкальные файлы. Что нужно сделать первое, чтобы рассказать людям об вашем сайте, чтобы о нем узнали, да? Первое, что необходимо сделать, это добавить сайт в поисковую систему Яндекс и в поисковую систему Google. Просто так поисковые системы могут так и не увидеть ваш сайт. Поэтому их нужно будет туда добавить. Это сделать совсем несложно. Но перед добавлением файлов нужно убедиться, что в корне нашего сайта есть так называемый файл robots.txt. Что это за файл? Это файл, который прежде всего ищут поисковые машины на вашем сайте. В этот файл вносятся строки, которые запрещают к индексации то, что не нужно индексировать, и разрешают индексацию там, где это нужно. Он обязательно, он должен быть на вашем сайте. И давайте проверим, есть ли он в вашем сайте или нет. Идем в наш хостинг, авторизуемся. Похожие действия, спускаемся ниже. Кликаем файловый менеджер. Если вы тут находитесь не в корне сайта, то нужно кликнуть один раз вот по этому домику, и вы попадете в корень сайта. То есть вот эта часть – это корень сайта. В данный момент я не вижу здесь присутствие файла robots.txt. Возможно, это связано с того, что я делал установку WordPress из панели хостинга. Если же вы будете качать WordPress с официального сайта, скорее всего, этот файл там будет присутствовать. Файл robots.txt я вложу к этому уроку, уже правильный, уже готовый. Его вам стоит только закинуть и кое-что там изменить. Идем в папку с вашим уроком. Находим там этот файл txt, robots.txt, и просто мышкой перетягиваем его вот в эту область окна нашего файла менеджера и отпускаем мышь. Вот робот наш встал. Давайте посмотрим, что там внутри. Правой кнопкой мыши по нему кликаем и редактировать. Здесь уже все сделано так, как нужно. В основном здесь написано disallow. Запрет к индексации того, что абсолютно не нужно, чтобы сайт не индексировал это все дело, да? Единственное, что здесь нужно переделать вам, в самый низ спускаемся, и вот нижний хост, как у меня выглядит, только вот здесь вот нужно прописать свое доменное имя, то есть адрес сайта. Значит, удаляете здесь вот так, хост, двоеточие, пробел, да? Убедитесь, что вы удалили HTTP, двоеточие, слэш. Вот таким вот образом. И нажимаете сохранить. С этим файлом все. Теперь давайте добавим наш сайт в поисковую систему Яндекс. Идем на Яндекс. Если у вас нету аккаунта в Яндекс, то придется здесь зарегистрироваться. Нажимаем еще. И здесь выбираем все сервисы. В средней колонке ищем вебмастеру. Кликаем вебмастер. Нажимаем начать работу. И регистрируемся на сайте. Нажимаем регистрация. Заполняем поля. В общем, здесь производим обычную регистрацию. Небольшой момент при регистрации на Яндексе. Если у вас, например, по каким-то причинам нет телефона, потому что здесь придет проверочный код через SMS, который нужно будет ввести, да? Кликайте «У меня нет телефона» и выбираете проверочный вопрос. Выбираете здесь что-нибудь, пишите ответ и запоминаете, потому что если вы потеряете данные к этому аккаунту, вас попросят ввести ответ на контрольный вопрос. Если вы ведете правильно, ваш аккаунт будет возобновлен. Вносим капчу, которая написана здесь. Если не видите, нажимаете вот здесь другой код. Нажимаете галочку «Я принимаю условия» и нажимаете на кнопку «Зарегистрироваться». У меня регистрация не прошла, потому что я ввел слабый пароль. Учтите, что здесь нужно ввести нормальный пароль, чтобы регистрация прошла дальше. Теперь я ввел сложный пароль. Пробуем нажать «Регистрация». Вы попадаете вот на такое окно, нажимаете на кнопку зеленую «Добавить сайт», указываете вот в это поле ваш сайт и нажимаете вот на эту кнопку «Добавить». Здесь нужно выполнить одно из действий для проверки, что это действительно ваш аккаунт, то есть ваш это сайт. Думаю, для вас самое простое будет, вот здесь выбираем txt файл. Разместите txt файл в корне сайта, да, с именем таким-то. У вас, соответственно, будет свое имя. Вот таким вот образом качайте без точки txt название, копируйте его, создаете на компьютере простой текстовый документ и называете его вот этим именем.
После того, как вы создали текстовый документ с именем файла, идем на наш хостинг. Его нужно закинуть также в корень сайта. То есть заходим в наш файловый менеджер, убедимся, что мы находимся в корне сайта, кликнув по домику, и просто мышкой, например, с рабочего стола вашего компьютера перетаскиваете в эту область файл .txt и отпускаете ее. У меня вот он. Идем в Яндекс и нажимаем кнопку «Проверить». Нас Яндекс проверяет, нужно немножко подождать. Если вы сделали все правильно, у вас появится вот такое окно, где написано «Права на управление сайтом успешно подтверждены». Кликаем по ссылке «Мои сайты». Здесь в список увидите свой добавленный сайт. И вот здесь будет такой текст: «Сайт успешно добавлен в очередь на индексацию». Также вот здесь будет справа сообщение от Яндекса. «Права на управление сайтом успешно подтверждены». Это письмо от Яндекса. Нужно где-то будет подождать от 2 недель до месяца, прежде чего ваш сайт будет проиндексирован. Не забываем логин и пароль от аккаунта Яндекса, чтобы периодически проверять, заходить. Вот здесь будут написаны страницы в поиске, то есть те страницы на сайте, которые вы создали. Процесс добавления сайта в Яндекс закончен. Давайте теперь добавим сайт в поисковую систему Google. Чтобы добавить сайт в Google, у вас там должна быть тоже учетная запись, то есть регистрируйтесь на Google. Создаете там свой аккаунт. В поиске Google, например, вписываете «добавить сайт в Google» или же посмотрите вот на этот адрес. Запоминаете его и вписываете его в адресной строке. Попадаете вот на такую страницу и нажимаете вот здесь кнопку «Войти». Справа кнопка будет «Добавить сайт». Кликайте туда. В этом поле указывайте свой сайт. Нажимаете «Продолжить». Итак, попадаете на эту страницу. Выполняем аналогичные действия, почти то же самое, как и в Яндексе. Качаем вот этот файл к себе на компьютер и закидываем его в корень сайта. Переходим на хостинг. Открываем также файловый менеджер. И в корень сайта закидываем файл от Google. Вот он у меня встал. Идем в Google. И нажимаем вот на эту кнопку «Подтвердить». Поздравляем, вы успешно подтвердили права собственности на сайт. Соответственно, у вас здесь должен быть свой сайт, да? Итак, мы с вами добавили сайт в Яндекс и в Google. Спустя какое-то время ваши сайты должны появиться в выдаче, в поисковых системах. Сразу хочу сказать, что Google работает намного быстрее, и ваш сайт может быть добавлен в первый же день после добавления сайта в Google. В Яндексе это может занимать от 2 недель до месяца. На этом урок закончен. Увидимся в следующем уроке.